Всем приветики. Пришла ко мне такая вот посылка. Вот такой вот выключатель. 11 вольт поддерживает. Хотя, что будет, если я подключу, например, 24, что он сгорит, что ли? Хотя здесь какой-то штрих-код еще зачем-то. Может быть, надо было не по нему рвать. Хотя, скорее всего, там будет просто реклама магазина. Просто в таком был мягкий почтовый пакетик без пупырки и этот пакетик. А в нем такой вот выключатель. Такая вот штука. Здесь что у нас написано? 2 ампера. Что такое непонятно? 250 2 ампера, 250 вольт переменки. Ничего себе. 2 ампера, 220 вольт переменки. А по стоянке сколько? Почему не написано? Ну, в общем, такая вот штука. Добавила немножко больше освещения, но все равно мне кажется слабовато. Здесь 2,5, окружность 5,5, внутри 2,5, по-моему. Вот такая вот штука. И ее предназначение лишь только в одном. Обрывать сеть, ну, включать или выключать. То есть здесь есть какая-нибудь вот черточка минус, а здесь типа... Ну, это сеть, то есть черточка есть сеть, там, где нет черточки, соответственно, нету сети. То есть вставляем вот сюда штекер. На наш выключатель подсоединяем на обратную сторону, на вторую. Вот эту штуку, например. А сюда и не лезет. Хотя должно было. Опа, вот и проблемка. Да, переходник нужен. Но, по идее, оно должно было быть одинаково, что здесь. А так вот оно соединяется. Да, так соединяется. С этим соединяется, а с этим уже не хочет. А разница-то в чем? Они ж на вид вроде как одинаковые. Не, этот больше. Этот больше. Соответственно, это сюда не лезет. Вот так вот. Вот и все. Нужен переходник. Печаль. Посмотрим. У меня вроде должны быть. Да, нашел переходник. У меня их целая куча. Как хорошо, что когда-то заказал. По-моему, его привезли мне с переходниками, с этими, со всеми. И хорошо, что вот оно подходит как раз такой же размер вот сюда, а это подходит уже под нашу вот эту вот штуку. Вот оно вставляем, все, и получается такая вот конструкция. Идет с розетки провод, заходит не напрямую сюда, как я раньше подключал. Врубаешь, и оно сразу запускается. Нет. Теперь, когда ты врубаешь розетку, оно стоит. До сих пор, пока ты не нажмешь кнопку. Вот когда нажмешь, тогда оно запустится. И это круто. Итак, все, я уже включил в розетку. Вот оно идет с розетки. Осталось только нажать, все, оно заработает. Ну вот, отлично, то, что и требовалось. Нажимаем кнопку. И это круто. Нажал кнопку, заработал. Отпустил кнопку. Нажал, работает. Нажал, уже не работает. Это круто, реально.
То есть не то, что как раньше. Беги ты розетки, включай, беги, выключай. Я так подошел. Стрик работает. Стрик не работает. Максимально круто. Ого. Ну, короче, крутая штука, я доволен. Здесь на что мне не нравится? То, что не подходит. Я думал, с двух сторон она будет одинаковая. А оно, как оказалось, все-таки имеет разницу. Не подходит под штекеры. То есть разные у нее концы. Разные концы. Вот это сюда подходит, по-моему, нет? Неужели и это не подходит? Вот это подходит сюда. И по идее это тоже должно было подходить. Вот она сюда надевается, все нормально. А на эту сторону не хочет, потому что здесь дюбка внутри меньше, чем хотелось бы. И по идее, и нужен такой вот переходник. Я думал, еще такую штуку взять, ну потому что одной маловато будет. А оказывается, уже надо другую заказывать, где будет одинаковая. Ну, потому что на это у меня есть переходник, а на вторую мне где взять. Поэтому жалко, конечно. Вот такая вот штука. Без переходника. Выглядит вот так вот. А должна быть... Ну, то есть, вот эта штука, на которую она подходит, выглядит так. А я думал, что она будет подходить на эту штуку. То есть она, ну, видно, что шарик этот побольше. Побольше, чем... Ну, видно, что средний шарик самый большой. И эта штука на него не налазит. А вот на этот налазит. Вот такая штука, как-то так. Вот. Хорошая, так-то она хорошая свою функцию выполняет, но то, что размер не то, что надо, это плохо. Вот, как-то так. На этом все, всем покидаю.